Заметил кое-что интересное. Вот чашка с горячим чаем. И со временем она теряет вес. В общем, здесь ничего нет такого интересного, но просто забавно. Только-только что сделал чай буквально. Над чашкой ощутимо тепло, ну, пара. Исходит. Кстати, это мерцание от ламп дневного света, что у нас здесь стоят. Ну вот такое видео.